Всем привет! С вами проект Тень, Дания 5. Мы в Калининграде. Ждите новостей и интересных сюжетов. Ну что? Мы проснулись, теперь мы адекватные. Ага. Едем изучать и Калининград. Сначала поедим, потом в Кафедральный собор. Будем показывать. У нас, кстати, есть прикольная камера, следующим кадром увидите. Мы вас немножко обманули. Это еще не та камера, которую мы хотели вам показать. Но мы покушали. Да, было вкусно. Тут фонтан. Диме не понравился мой смузи. Он чем там был? С чаем. Чаем и молоком. Вот это вообще ненужная информация для вас. Не там, слушайте он его. Не подписывайтесь, больше. Ставьте дизлайки. Душнило какой-то. Ну и вот та камера. Кафедральный собор. И да, мы. И мы. Вон. Вам сложно будет смотреть на две камеры сразу. Очень красиво. Погода очень жаркая. 34 градуса. Вот. Люди всякие красивые. Вот тут вот в оранжевых ходят. Вот. В прошлом году вот это вот фронт собора был на реконструкции, вот его достроили как раз. Классно. Красиво так. О, какой переход на нас троих. Видали, да? А вы, наверное, смотрели на собор, а мы тут втроем. Я хочу сфоткать. Вот. Ну что, фестиваль уже завтра. Мы пошли фотографироваться. Следующий уже будет, наверное, на чеке. Кадр. Или вечером. Мы вас познакомим с одним коллективом, да. Мы гуляем по Калининграду. Мы. Вот громче не стало. Да, я только учусь быть блогером. Вот этот молодой человек меня продвигает, пытается продвинуть в массы в YouTube, но я только учусь. Вот. И Катя кушает мороженое. Здесь очень красиво на самом деле. Я не ожидал, что действительно Калининград такой зеленый, действительно очень живой город. И он становится живее с замечательными друзьями, как Дима. Как Катя. Как Катя. Да, идите сюда все вместе. Катя, ну поверни сюда, пожалуйста, я тебя молю. Все, видите, какие у нас классные ребята. Да. Ты снимаешь видео, да? Да. Мы на колесе оборзения. Да. Я напротив. Мини-Даня. Да, мини. Вот сейчас, секунду. Вот. А. Я начала. А сейчас мы зайдем в место, где работает вокалист группы Джонни Бокс. Фестиваля нашего. Ну как наш? Где мы выступаем? Пути-пути, тин-тин-тин. Опа! Привет! Здорово, здорово! Привет! Привет! Снимаем влог. Да, а, я понял, уже здесь, да? Да. Ну не бокс. А чё так неожиданно? Вот так вот. Я, блин, снимаю скрытую камеру. Блин, вот мне вот так надо, да? Чё вы меня палите? Вот. Не знаю, может быть, немножко наверх поднимемся. Да, можешь. А тут прохладнее. Конечно. Всё, мы пошли общаться. До встречи на фестивале.
Новый контент. День. Холокодер, организатор. Звукорежиссер. Будем чекаться? Да, конечно. На секунду только показалось. Мы собрались. Да. Мы сегодня очень красивые и даркушные. Так что встретимся уже в клубе и после. Что у вас здесь происходит? Человек-яйца. Вы вот понимаете, с кем мне приходится работать? У меня аж морщины вон появляются. Дед негодует. Мы наконец-то отдохнули от мероприятия. И у нас тут морюшка. У нас тут Данюшка. Естественно, среди обитаний. Как и мы. Всем хорошего отпуска и приятного просмотра дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. С вами Искатели могил. Мы снимаем фильм, третью часть. В общем, мы находимся в где? В заброшенной психбольнице Алленберг, которая под... Знаменском. Да. Заранее извините, если неправильно произносим, но, в общем, мы только зашли, и вот, пейзаж, и понимаем, что в следующем году мы подготовимся, возьмем с собой оборудование и будем снимать здесь музыкальный клип. Так что, если есть возможность и желание у вас поучаствовать в массовке в следующем году с хорошей погодой, ждем вас в нашем клипе. А мы пошли дальше, смотрите. Мы закроем себя на 24 часа, мы посмотрим, кто из нас выживет. Идите сюда. Тут очень темно, но, блин, это того стоит. Да, аккуратненько. Окей, ну, это срака висит. В виде пауков? Да, того. Но идите сюда. Вот это корм. Вот здесь, видимо, слава кто-то. Охуеть. Аня, а тебе о чем? Сколько? Вот, видимо, здесь были типа традиционные татаны, а до этого здесь были палаты. Потому что это подвал. Хватит. Смотри. Будем показывать нам паранормальную активность. Кость, только не пугай нас, пожалуйста. Нет, я Костик. Да, и над головой тоже смотрите, тут круг все покачает.
Вот, а там будет как раз пробор. Все, в принципе. Тут больше ничего нет. Это что? Вон, а, крышка вон? Да, дайте сюда зайдем. В другом месте, помню. Пойдем, пойдем, пойдем. Сам пойдет. Мультик какой. Мультик. Все, вперед. Здесь можно продумать много чего. Причем, если бы я жил в Калининграде, я бы снял не один видос. И не два. И не три. А гораздо, гораздо больше. О! Так, ну что, ребят, тут клево. Не все обошли, правда, но все-таки есть что посмотреть и есть где что снять. Но здесь нужно прям на сутки, на двое, короче. А так, ну, атмосфера. Портится местными маленькими экскурсоводами. Да, ну самый классный экскурсовод здесь с тремя лапками. Полпочка маленькая за нами улезалась. Котейку, да, на прошлых кадрах. Все, дальше встреча в кафе с друзьями. Увидитесь. Всем привет. Мы в гостях у наших друзей. У нас тут неожиданные таланты. Почему неожиданные? Ну-ка. Что ну-ка? Давай. Давай. Покажи мастер-класс. Да, да что вы нафиг. Камеру вообще не могу. 12 часов ночи, Калининград, и мы ждем такси, чтобы уехать. Вот ребята, огромные, хорошие фанаты наши. Ой, давайте не близко. Все, замечательный город, замечательные люди. Выезжаем. Последний отчет. Последний. Крайний. Крайний отчет будет, наверное, уже в аэропорту. Да. Все. Всем до встречи и пока. Пока кто-то охраняет наши вещи, мы уже в аэропорту, ждем вылета. До приезда, наверное, снимать уже не будем, очень сильно устали, ночной все-таки перелет. Хотим сказать спасибо всем пришедшим на фестиваль, спасибо нашим новоиспеченным друзьям. Огромное-огромное всем спасибо коллективам, организаторам. Очень рады быть в Калининграде. Правда, мы вас очень сильно любим. От вас отдача заряжает нас на полгода вперед, а то и больше. Так что мы с удовольствием приедем к вам в следующем году. Спасибо. Ваша тень. Вот здесь должно было быть сердце.